Доброго времени суток, дамы и господа. С вами Прия. Сегодня мы поговорим об увеличенном получении таких реагентов, как Дыхание Смерти и Камень Великого Портала. Дыхание Смерти нужно нам для перековки, нужно нам для того, чтобы по третьему рецепту в Кубе Канаи создавать легендарочки и вообще в целом полезный предмет. Камень Великого Портала нужен просто-напросто для запуска Великого Портала. В Великом Портале мы фармим Парагон в усиленном формате, мы прокачиваем камушки, мы дропаем легендарочки. И все на этом получается. Само собой, если мы фармим много, если мы играем много, то эти реагенты нам нужны, как и вообще в принципе любые. И с целью того, чтобы не делать двойную работу, с целью того, чтобы условно 100 дыханий смерти не фармить час, а зафармить их за 30 минут, то есть зафармить вдвое быстрее, мы будем использовать интересные вещицы. С обновления 2.7 у всех наших соратников, у всех наших спутников, которых мы можем взять к себе при соло-игре, появились дополнительные ячейки для экипировки. Собственно, теперь мы можем одеть их абсолютно полностью. Если рассмотреть раньше, то можно было надеть только два колечка, ожерелье, талисман и пушечку. Теперь же мы можем экипировать абсолютно все слоты. И если имеется синий текст, аура, то значит мы тоже будем получать этот бонус. К примеру, сет мудреца удваивает количество выпадающих дыханий смерти. Это просто замечательно. Также мы будем использовать сет Декарда Каина. Комплект из трех вещей имеет, собственно, шанс, то, что при выпадении камня Великого Портала с вероятностью 25% выпадет еще один камень. Это неплохо. Мы будем использовать облачение Декарда Каина, ножки, ступни Декарда Каина, походные сапоги Декарда Каина, пояс из сета мудреца, название тесьма мудреца, а также шапочку из сета мудреца, апогей мудреца. Ну а для того, чтобы добрать дополнительный кусочек, будет использоваться кольцо королевской роскоши. Для того, чтобы ускориться, мы просто-напросто используем фарм сет для нашего класса. Делаем фарм билд, то есть максимальное ускорение передвижения, там кольцо алчности для спутника, если имеется. Наручи возмездия можно также надеть, то есть тоже имеется аура синим текстом. То есть мы будем юзать святилище, столб, и будет вылезать элитный мобчик. И убивая этого элитного мобчика, мы также лутаем дыхание смерти в двойном формате. Просто-напросто из-за того, что мы используем сет мудреца. А сколько у меня на текущий момент реагентов? 1949 дыханий смерти, 99 камней великого портала. Давайте просто-напросто зачистим один нефалемский портал и посмотрим, насколько сильно это число поменяется. Что ж, Нефалемский портал пройден. Он был действительно быстрым, потому что просто-напросто прокнула замечательная локация — кладбище Вестмарша. Смотрим, что вышло по реагентам. Вместо 95 камней Великого Портала теперь у меня 105. Вместо 1949 — 2025 дыханий смерти. Это что получается? 76 дыханий смерти. Но, в общем-то, все работает, все замечательно. И используя какой-либо сет на увеличение скорости передвижения, используя камушек, например, да, дар стяжателя, мы неплохо ускоряем персонажа и таким образом быстро перемещаемся с целью просто-напросто быстрого поиска элитников. Пользуйтесь этим. Ну а если просто-напросто вам соло не хочется этим заниматься, то на себя надевайте этот сет. Угу, тут, как говорится, дело за вами. Но лучше юзать все это дело именно так. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.